искренне я порадовался за нас, господа россияне, за то, что... А, да не быдло мы, понимаете, не быдло. Хотя Магнитогорская избирательная комиссия — это покруче, чем Московская избирательная комиссия. Но это как бы так, мысли вслух. К слову о том, что мы не быдло. Всех владельцев праворуких автомобилей вечно попугивают. Типа, мы запретим. Обломайтесь запрещать. И от центральной городской ярмарки автомобили с частной коллекции. Вообще, попасть в нашу передачу очень просто. Можно приехать на центральную городскую ярмарку, если вы собираетесь продать свой автомобиль. Заплатить очень небольшие денежки, и тогда это будет очень хороший автомобиль. Перед тем, как сесть в эту машину, я вам скажу, вы представьте себе 11 поколений ВАЗ-2101. Сложно представить, да? Хорошо, 11 поколений, кого там, ну там, шестерки, допустим, тоже сложно, да, представить? Хотя машина долго выпускается. Но вот эта машина выпускается гораздо дольше остальных, и я не совсем понимаю, почему еще на скайликах нету фирменного шильдика. Дело в том, что первый Skyline увидел свой свет в 1957 году. То есть представьте, сколько автомобилей было сделано за это время. Итак, на сегодняшний день 12 поколений Skyline колесят по дорогам всего мира. Машина чрезвычайно популярная. Если бы я перечислил все те модификации, которые я вычитал в Википедии, естественно, в английском, вот, на одно перечисление ушло бы полчаса. Дело в том, что Nissan Skyline, когда начал выпускаться, он позиционировался для сегмента люкс. То есть, ну представьте, да, Skylake такой привычный. Круче него только был Глория. Если сравнивать, ну, с мерседесовской линейкой, да, то это автомобиль SL-класса. То есть до представительского лонга, ну, вот такая небольшая ступенька. То есть машина не дешевая, естественно. Вот. Эта версия 35-й год. Дело в том, что насколько популярен Skyline, можно судить обо всех компьютерных играх. Во всех сегодняшних компьютерных играх обязательно есть GTR, естественно. Но GTR — это поколение автомобилей не с самого начала, это поколение автомобилей, принимавшее участие в гонках. Да, это был двухлитровый двигатель турбовый уже, и аж 72-го или 74-го года он успешно зарубался с Поршеками. Представляете, да, какая история автомобиля Nissan? Те замечательные 4 фары задние Skyline увидел в 82-м году. И после этого Skyline можно отнести к законодателю мод. То есть не так давно B6 Volkswagen сдернул с вот это модные 4 задние фары. Так, что там еще? Lancer сдернул 34-ю морду. То есть просто Sky — это Sky. 35-я модель. И вот она единственная допустилась к эксплуатации в Соединенных Штатах Америки. То есть для того, чтобы GTR привезти, его необходимо было задушить. И только после этого можно было ездить по американским дорогам. Причем это касалось и моего 33-го кузова GTS. Тоже его душили, ставили ограничения, потому что машина абсолютно неуправляемая. Она такая немножко своеобразная, там, по фазе сдвинутая. В смысле, по фазе сдвинутая, в смысле, она очень крутая. Вот. Эта машинка. Конкретно этот автомобиль с 2,5-литровым V-образным 6-цилиндровым двигателем. Скажем честно, этот двигатель, ну, самый слабый из тех, которые ставились на Skylake. То есть здесь как бы штатный двигатель-то 3,5 идет, а есть еще версия 4,5. Нормальная такая машина, да? Вот. Автомобиль из частной коллекции. То есть сколько такая машина может стоить? Вот для начала GTR
стоит 120 тысяч долларов. GTS мой, это примерно 85 тысяч долларов. Ну, с нуля. Скайлики, это 75 тысяч долларов. Причем даже Infiniti. Потому что это Infiniti R35. Теперь, сколько эта машина стоит в Магнитогорске? Эта машина стоит 320 тысяч рублей. Халява, просто халява. То есть, абсолютно без разницы, где у автомобиля руль. Слева, справа, мне без разницы. Для того, чтобы ну, погонять, можно просто нажать. И даже 2,5-4 двигатель вот так вот отрывает. Как эксплуатировать такую машину? Ну, в принципе, вам надо просто с головой ездить. Потому что даже если у вас левый руль, если вы впритык из-под фуры начинаете обгон, то вам очень неприятно будет. Здесь же всегда есть возможность выйти на обочину и справа посмотреть. То есть разницы правый или левый руль абсолютно никакой нету. И в Америке есть и левый, и правый руль, без разницы. И в Японии есть и левый, и правый руль, без разницы. Вот. За такую сумму купить сейчас ну, достойный автомобиль, ну, я вам скажу, нереально. А этот можно. Ну, какие недостатки? Ну, автомобиль имеет все черты эксплуатации 10-летнего автомобиля. То есть, если вы подумаете, и кто-то вам скажет, что 10 лет машину как бы не царапали ни разу, то это ложь. Вот так вот. А теперь я вам оставлю номер телефончика, и вы позвоните, и приобретете себе автомобиль по цене, да, блин, даже тачка наша не каждый столько стоит. Скайлер.